Так, ну, и с чего мне начать? Ну, так начни сначала. Весенний фэшн-марафон от Uniqlo. Так. Это не подходит. И это не подходит. Жень, привет. Не знаешь, что выбрать? Ничего не подходит. А ты для чего выбираешь лук? Слушай, ну мне нужно что-то стильное и комфортное, чтобы пойти в ресторан или на выставку. Я еще пока не определился. Отлично, я знаю, что тебе подойдет. Давай начнем вот с этих джинс пыльно-розового оттенка. К ним добавим темную рубашку, идеально под глаза. И сверху повяжем, как сейчас модно, джемпер из смесового хлопка. Как тебе? Зауженный силуэт, эластичный материал, элегантный блеск. Серый джемпер, тепло и комфортно. Можно стирать в машинке. Качество, посадка, практичность. Полина, это просто супер. Да, я тебя обниму. Так, подожди. А если на улицу? Вдруг дождь или ветер? Яркая, запоминающаяся, водоотталкивающая куртка, белые худи и белые джинсы. Универсальные цвета для повседневного образа в сочетании с яркими акцентами. Ветрозащитные свойства, ощущение свежести и комфорта. Это life wear, понимаете? Одежда для жизни. А это вообще что такое происходит-то? Ну, кажется, он идет в слоу-мо. Ладно, тогда пусть примерит это. Эйризм лаконично и ультрамодно. Модная куртка-рубаха для многослойных образов. Полина, это просто великолепно. Спасибо тебе большое. Тебе спасибо. Так подожди. А это что на тебе такое надето? Нежный образ в весенних тонах. Куртка фисташкового оттенка. Элегантно и комфортно. Жакет из джерси. Черная рубашка из вискозы. И, конечно, сумка. Классический тренч. Базовая однотонная футболка. Джинсы с завышенной талией. Идеально для выходного дня.